Тебе много креатива, творчества и фантазий, тогда для тебя идеально подойдет такое занятие, как 3D-моделирование. Я предлагаю тебе курс 3D-моделирования в программе Blender от компании Easy Blender. Данный курс рассчитан для новичков, которые только хотят войти в среду 3D-моделирования. И в этом курсе мы разберем базовые умения создавания анимации, 3D-моделей для своей даже игры, изображений, а также многое другое. Если я тебя заинтересовал, то переходи по ссылке в описании и присоединяйся к курсу. Ну а мы переходим к видео. Поехали! Всем привет, ребята! С вами я, Майкл Майнкрафтер, и в этом видео мы поговорим о самых ужасных и частых ошибках, которые допускают новички и не только при создании своего сервера в Майнкрафте. Ну а ты не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал, а также написать любой приятный коммент либо вопрос, который попадет в следующее видео. Ну а мы переходим к видео. Поехали! На пятом месте расположилась такая ошибка, как неправильное название, ну либо IP вашего сервера. Если вы создали свой сервер с целью просто поиграть, почилить своими друзьями, то, конечно же, от IP в принципе никакой разницы не будет. Это просто будет вам тяжелее и дольше вводить, например, какой-либо длинный IP. Но если же ваш сервер предназначен, например, для заработка, либо для большого количества игроков, то есть как масштабный проект, то не следует называть сервера свои таким образом. А именно, не стоит называть свои сервера либо вот так, когда ты даже не можешь нормально посмотреть вообще как IP, он тебя не влезает даже в свою строку, либо примерно вот так. Называть так свои сервера для крупных проектов не стоит, потому что, во-первых, такое название будет всем лень вводить, когда оно состоит из 100 символов, а во-вторых, такие айпишники не внушают доверия пользователю, который будет заходить на этот сервер. И он, скорее всего, ожидает от этого сервера какой-то обычный школа-проект, которым донаты стоят по $1 000 000, которых просто команда Fly. Свой сервер стоит называть лаконично. Это, например, давайте придумаем любой айпишник, это MC, допустим, goldmine.com. Вот это, в принципе, нормальный, адекватный айпишник. Либо просто можно goldmine.com, либо любые другие домены, но ни в коем случае не использовать те домены, которые я вам показал до этого. На четвертом месте расположилась очень распространенная среди всех новичков, и не только новичков, а даже уже опытных людей, это перебарщивание с установкой модов, либо плагинов на ваш сервер Minecraft. Если вы установите слишком много разных модов, либо плагинов для вашего сервера, то вы рискуете тем, что вы можете просто уничтожить свой сервер Minecraft. Потому что чем больше плагинов, чем больше модов вы устанавливаете, тем больше вы нагружаете свой сервер Minecraft, а также вы заставляете употреблять сервер больше ресурсов. А если вы употребляете больше ресурсов, то идет большая нагрузка на сервер, и в итоге вам придется сделать дополнительные затраты на, например, дополнительную докупку оперативной памяти, либо других каких-либо ресурсов для вашего сервера. С этой же проблемой очень тесно связана та проблема, то что человек устанавливает лишние плагины. Например, он хочет добавить команду spawn, и он даже не знает, что в плагине Essentials X, который он уже установил, есть такая возможность. И такие примеры можно приводить бесконечно. Поэтому, ребят, перед тем, как устанавливать какие-либо дополнительные плагины, очень внимательно изучите функционал данных плагинов, чтобы просто зря не нагружать ваш сервер и зря не вытягивать деньги из вашего кармана на более мощные тарифы. На третьем месте у нас тоже довольно частая ошибка, которую допускают зачастую уже все новички, которые создают свой сервер, это неправильный выбор хостинга. Понятное дело, всем хочется халявы, всем хочется бесплатного хостинга, за который ничего не нужно платить. Но, ребят, если вы создаете сервер для того, чтобы просто поиграть с друзьями, допустим, на обычной ванилке, то можете, в принципе, создавать на Тернесе. Но если вы создаете сервер уже для заработка, для крупных проектов, то вам все же нужно выбирать уже платные хостинги.
Ну и теперь давайте я вам наведу пример. Если вы создаете сервер крупный, уже крупный проект, прям для большого онлайна, то не стоит использовать такой хостинг, как Eternus. Да, хороший хостинг, у него более-менее нормальное количество оперативы, 2,5 гигабайта на момент, когда записывается это видео, но все же он очень сильно ограничивает вас в большинстве вещах. Это скачивание плагинов, это процессор, потому что мощнее вы купить уже не сможете. Оперативной памяти вы тоже уже купить не сможете, чтобы могло играть больше игроков. Поэтому, если вы создаете сервер, который будет большим, крупным проектом, выбирайте любые другие платные хостинги. Ваш сервер уже очень долго запускается и очень сильно перенагружается, даже если вы удалили уже почти все ненужные вам плагины, тогда это ошибка номер 2. Которая расположена на втором месте. Это очень большое количество миров. Если вы планируете создать сервер, в котором будет очень много разных режимов, например, это будет лобби, первый мир, выживание, второй мир, хаб, третий мир, анархия, четвертый мир и так далее. Может быть, еще бедвар, скайварс можете создать. Так вот, ребят, это очень большая ошибка. Если вы планируете создать сервер с большинством режимов, то никогда не создавайте отдельные миры для этих режимов. Лучше купите себе хостинг Bungie Cord. Это, если простым человеческим языком, связка серверов. Это когда вы один сервер связываете еще с двумя и так далее. Потому что, когда вы создаете мир, потом за ним еще один мир, и так до бесконечности, вы очень сильно нагружаете свой сервер, засоряете память, и из-за этого у вас сервер будет все дольше, дольше, медленнее, медленнее запускаться. Поэтому никогда не допускайте эту ошибку. Ну и на первом месте расположилась очень частая, очень ужасная и очень просто отвратительная ошибка, которую большинство игроков допускают при создании сервера, это то, что вы создаете свой сервер ради того, чтобы заработать. Ну, а я имею в виду про то, что вообще пофиг, какие у вас режимы, какое у вас лобби, какое у вас оформление сервера, зато вы уже создали донаты по $1000, зато вы создали эти VIP по $50, зато вы создали уже какие-то премиумы, креативы и куча всяких много донатов. Сейчас прям я на экране, вот перед вами сейчас на экране, то, что я имею в виду, когда создана куча разных донатов, когда вообще огромные цены на эти донаты, и сервер только просто вокруг, все в него, в донатах, все прям этими киши донатами, купи донаты, скидка 90% и так далее. Ребят, если вы хотите создать нормальный сервер, на котором будет играть много игроков, и будут играть не просто, чтобы получить бесплатный кейс, а будут играть с удовольствием, будут играть просто часами, им будет интересно играть, вы должны ставить упор при создании сервера в его геймплей. Ну и уже потом оформление, и уже потом, когда вы допилите до такого уровня свой сервер, когда будет все идеально, тогда уже нужно создавать привилегии. И не стоит этим злоупотреблять. Можно создать, допустим, 3 привилегии, одна из них будет как просто материальная поддержка серверу, ну а 2 какие-то дают не очень большие преимущества. То есть креатив, режим год, это, ну, лично мое мнение, ребят, это чересчур. Можно добавить fly, fit, может быть, ender chest для самой дорогой привилегии. И также не стоит делать очень большие цены, потому что игроки заходят на сервера не для того, чтобы купить у вас донат, а для того, чтобы просто хорошо провести на нем время. И в принципе на этом все. Если вам понравилось мое видео, если вы узнали что-то новое, полезное, я вам чем-то помог, либо оттолкнул от неправильного вашего мышления, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, вопросы, либо просто приятные комменты, которые попадут, кстати, в следующее видео. Я буду на вопросы все отвечать. Ну, в принципе, на этом все. Не допускайте таких ужасных ошибок, создавайте классные свои хорошие серверы. Ну, всем пока! Tell me that you love me, even if it's fake.